Работы по благоустройству парка Малевича Одинцова начались в июле. Первый этап планируется завершить до конца 2019 года. На первом этапе в парке обустроят два поля с подогревом для мини-футбола и парковку. Установят многофункциональные павильоны, туалетные модули и видеокамеры. Запустят Wi-Fi, а также организуют пешеходный маршрут. Общая площадь парка составляет 369 гектаров.